Всем привет, дорогие мои друзья, хорошо вам настроение, с вами Рэй. Сегодня мы поиграем в игру, которая называется Deep Sky Derelict. Продолжать я не буду, давайте мы с вами начнем, наверное, новую кампанию. Поехали. Так, Хан, боксер, вирус. Лидер, техник, лидер. Так, это очень интересно. Псих, плюс 2 инициативы, махина, плюс 5% к урону в ближнем бою. И псих. Так, ну-ка, собиратель. Что такое собиратель? Оружие, двадцаточка. Плюс 10 к урону для карт типа оружия. 10% к длительности для карт типа оружия. Так, ну-ка, тут, блин, разбираться надо и разбираться. Санитар, технология. Так, я даже не знаю. Ну, давайте, ребята, с вами непоседа. Во, возьмем громилу, наверное, да? Оружие 30, я смотрю. Так, техника 5, медицина 5, поиск ресурсов 10 и интеллект 10. Непоседа, а можно... Интересно, 15 к интеллекту. Шулер это плюс 5% возврата. Инициатива плюс 2. И 5% к уклонению. Так, 5% к урону в ближнем бою. Мы с вами, по идее, танк, да, громила? Значит, нам нужно выбирать, скорее всего, вот это вот. 5% к урону в ближнем бою. Так, санитар, у него идет в основном техника, да, технология. А, и медицина, 30-ка. Так, значит, мы здесь с вами, наверное, к интеллекту. Я надеюсь, медицина тут связана с интеллектом. Так, и можем поменять ему костюмчик. Так же и здесь, да? Ага. Давайте вот такой оставим. Значит, Хан, боксер и у нас еще собиратель. А кто такой собиратель? Вау. Если вам нужна бомба, а под рукой только тостер, обратитесь к собирателю. Собиратели не только хорошо сражаются, но и умеют находить ресурсы, а также создают чудесные штуки, соединяя скотчем все, что нашлось в кармане. Снаряжение. Так, стрелковое оружие, инструменты, щитовое ядро и силовой кулак. Способности. Ё-моё, тут у него. Так, эксперт по переработке, откачка энергии. Жесть, ребята, это просто жесть. Слушайте, ну я думаю, что собиратель нам, наверное, пригодится. Оставим собирателя, он у нас на поиске ресурсов больше делает акцент. Поэтому мы, наверное, сделаем ему... Так, интеллект нафиг, наверное, не нужен. 5% возврата. Чего возврата? Вот что мне интересно. Давайте 2 инициативы ему. Так, обычный хардкор. Нет, мы, наверное, будем с вами начинать на обычном. Разрешены сохранения и загрузка. В случае гибели всей команды можно вернуться к ранее сохраненной игре. Да, пожалуй, вот это мы с вами и оставим. Беспощадные мрази. Старт. Так, новое сохранение. Да давайте вот здесь, наверное, и... Нет, новое сохранение сделаем. Так, что тут у нас такое? Добро пожаловать, искатель, я вас ждал. Мне нет нужды говорить вам о том, что мир несправедлив. Вы и так наверняка знаете, это лучше многих других. Поскольку сам я аристократ, я могу лишь догадываться, насколько тяжело приходится людям без гражданства. Поэтому я хочу дать вам шанс остановить эту жестокую жизнь в прошлом. Не остановить, а оставить. Так, это у нас губернатор второго ранга. Вы посмотрите, что у него с черепом, ребят. Ладно, это якобы мы. Мы боксер. Ну что же, давайте посмотрим, что мы можем здесь с вами ответить. Вот как, что вы предлагаете? Давайте сразу к делу, да? Давайте сразу к делу. Как только что-то выясните про ковчег, сразу доложите мне. Покажете себе достойные, я выдам вам рабочий допуск более высокого уровня. Если сумеете найти и захватить ковчег, гражданство вам обеспечено. Но имейте в виду, я сделал такое предложение не только вам. Действуйте без промедления. Ага, мы, ребята, с вами наемники, значит, да? Уйти. Ушли, да?
Так, вирус с нами общается. Здесь, на борту станции, мы занимаемся подготовкой к заданиям. Давай заглянем в притон и возьмем контракт. За их выполнение щедро платят. Не успел я дочитать. Это где у нас притон? Хм. Так, подожди. Так, это у нас медицинский центр. Здесь у нас наемники. Здесь у нас магазин какой-то. Hell Station. И опять же какой-то магазин. То есть покупка-продажа. И это наш космический корабль. Так, а где же контракт? Вот здесь вот что ли, воркшоп? О, покупатель, добро пожаловать в мою мастерскую. У меня есть много полезных модификаций для искателей и путешественников. Больше вы такого нигде не найдете. Это я вам гарантирую. Сейчас самое время открыть КПК и узнать, куда мы направляемся. Хан говорит, хорошо. КПК, а где КПК-то? Пока нету. В общем, ребята, у меня 600 крон, будем их так называть. Дальность сканирования 1, 400 крон. Так, смотрите, информация сканера. Это модификации сканера у нас идут, да? Резерв энергии. Пока для меня это все, ребята, темный лес. Поверьте, для вас это, наверное, тоже. Тем более для тех, кто в эту игру еще ни разу не играл, как, например, я. Я ее просто мельком глянул и как-то в дальний угол откинул. Но после того, как я поиграл в Данжер, мне что-то захотелось именно в нее поиграть. Так, ну что ж, давайте откроем КПК. Так, у нас команда. Команда, вот она. Предметы. Тяжелое оружие ближнего боя. Так, и вот описание, да? Уровень 2. Тяжелое оружие ближнего боя. 6 урон. Называется оно крушитель. Одиночный удар есть. Наносит 100% урона оружия. Взбучка. Наносит 90% урона оружия. Минус 5 к инициативе. Цели на 2 хода. Так, у него, короче, одиночный удар и взбучка. Ладно. Так, журнал. Найдите данные о местоположении на реликте Ракнас. Ищите данные на борту реликта. И сканер. Ага, вот. У нас инструмент есть, да, еще я смотрю какой-то. Поиск уязвимостей. Цель получает минус 33% к сопротивляемости урону на 3 хода. Блин, так мелко написано. Щитовое ядро также есть на себя. Восстанавливает 50% максимума щитов. То есть у нас есть еще щиты. Понятно, энергетические. Сюда мы тоже что-то можем воткнуть. В общем, здоровья у нас мало. 40, 25 щитов. Пока все целое. Оружие, технологии, медицина. А, это наши все, ребята, параметры. Хорошо. Вот у нас получается 10 уровень. Так, первый уровень. Провоцирующий удар. Провоцирующий удар. Это получается, в данный момент мы с вами по ходу дела первого уровня, да? А со временем у нас будут открываться новые владения. Удар о землю. Так, ну-ка посмотрим, что... Вау, у боксера-то тут будет получше, смотрите. Наносит 125% урона оружия. Плюс 33% к разбросу. Стрелковое оружие с разбросом. Ага. То есть получается, что боксер у меня нифига не ближник, да? Биологические цели не могут использовать карты атаки в течение одного хода. Ага, вот так вот. На себя, значит, щиты перезаряжаем. И прилив сил. Это уже на союзников. Это адреналиновая инъекция у нас идет. Также у нас есть вирус. Он у нас первого уровня. Ну, вирус, я имею в виду чувачка так звать. Дает очередь из 3 выстрелов. Каждый выстрел наносит 30-60% урона оружия. Понятно. Так, на себя дает 4 карты. Выберите одну из них и сбросите остальные. Прилив сил 1. Во время хода можно сыграть дополнительные карты.
Так, ну что, приблизительно так вкратце, ребята, что-то понятно. Ладно, закрываем КПК, и нам нужно, наверное, что-то с вами приобрести. Ага, здесь мы уже разговаривали. Здравствуйте, искатель. Как продвигаются поиски? Мне пора. Хорошо, если что-то выясните, не забудьте мне об этом сообщить. Обязательно сообщу, но вначале мне нужно заняться своими делами. Так, сюда мы заходить не будем. Короче, это у нас тут губернатор находится. Хорошо, давайте зайдем вот сюда. Добро пожаловать в Притон. Хотите верьте, хотите нет, но это местный центр развлечений и отдыха. Мы продаем напитки, которые облегчают боль. И еще мы выдаем контракты, если вы из тех, кто умеет ими пользоваться. Так, смотрите-ка, контракты. Сколько он стоит, интересно? Нисколько? Дворец ультсырья честного Хэнка всегда рад принять детали в хорошем состоянии. Доставьте нам 3 детали от робота Т-модели уборщик, и мы вас щедро вознаградим. Берем контракт. Изучение червяков. Я Слэнг, ценитель изысканных напитков. Прошу вас добыть для меня 5 кишечников червяка. Вы наверняка подумали, он собирается изготовить червин стопудово. Это не так. Они нужны мне для очень важного исследования анатомии червяков, честно. Я щедро заплачу вам. Пожалуйста, даже слишком щедро за комплект из 5 кишечников. Подумайте над этим предложением, ладно? Берем, ребята, контракт. Все равно их тут только 2. И смотрите, вау, тут наемники, ребята, есть. Смотрите-ка, очень даже круто. Ну, опять же, они все первого уровня. И стоят они не очень дешево. Не очень дешево, это значит дорого. Блейк, охотник. И причем они здесь все охотники. 2 лидера и 1 санитар. Так, а у меня громила, санитар и вирус. Ребят, если что, вы уж не обессудьте, потому что я не знаю пока еще специфики самой игры, поэтому я выбрал вот громилу. Я предполагаю, что это у меня будет танк. Ну, сами понимаете, да, в любой компашке должен быть танк, который будет прикрывать, как говорится, и хиллера, и собирателя. Вот, надеюсь, что боксер, как мы понимаем, это у нас санитар, естественно, врач. Врач тоже нам нужен. И вот вирус, собиратель, я не знаю, он какой-то универсал, он у нас специализируется по сбору. Не знаю, пригодится ли он нам в компании или нет, я, может быть, конечно, хотел бы взять и охотника. Честно сказать, пока не знаю, я так понимаю, всего 3 чувачка у меня будет в команде. Ладно, хорошо. Контракты взяли, на наемников у нас, естественно, ничего не хватает, у меня 600 крон, возвращаемся. Вот здесь у нас что? Ага, модификации сканера. Значит, что мы можем с вами сделать? Наверное, ничего. Можем немножечко с вами тут прикупить. Так, пассивное сканирование 1000 крон. Резерв энергии 400 крон. Снижение расходов энергии 500 крон. Восстановление энергии. Я просто не знаю, стоит ли мне раскошеливаться на это. А вот это что у нас такое? О! Заходите, оружие, модификации и прочее снаряжение у нас есть все. Хотите по-быстрому сбыть товар с рук? Нет проблем. Понятно. Нет проблем, значит, это купить, это продать. Давайте теперь мы, ребята. Так, аккумуляторы заряжены. Ага, 1000 на 1000. Понятно, значит, здесь еще можно и заряжать аккумуляторы. Давайте смотреть, что такое. Кислотный размягчающий дробовик уровня 1-го. С разбросом, смотрите, оружие с разбросом. Помните, у нас кто-то имеет определенные навыки как раз к оружию с разбросом. Так, 6 урона, 31% разброс при выстреле, 31% шанс кислотного урона. Так, сколько стоит? Блин, 865 крон, дорого. Дороговато, ребят, я не потяну. Так, а вот это что у нас такое? Сканирующий модуль сборщика. Инструмент для поиска ресурсов. 5% вероятность взять дополнительную карту в начале хода. И плюс дальность сканирования, единичка. Дает 300 единиц энергии. Так. Легкость стрелковое оружие. Черт, ребята, все хочу, все, поверьте мне, все хочу купить. Но что нужно, что не нужно, пока не знаю.
Так что еще раз, ребята, повторяю, не ругайтесь, не шумите, не кричите, я только учусь в нее играть. Такие игры мне очень нравятся, в них нужно практически досконально изучать все это, все модели, все пробирки, все мензурки, в каждый уголок заглянуть, чтобы хоть как-то понять суть. Так, энергогенератор тип 1. Портативный источник энергии и сканеры. После установки дает энергию и сканирует поле в радиусе 3 клеток. Ага, 110 крон стоит. Позволяет мгновенно телепортироваться в ближайшую посадочную зону. Для использования требуется комната с энергоснабжением или избытком энергии. Угу. Позволяет мгновенно расчищать обломки, не тратя энергию, а также обезвреживать ловушки. Черт подери, все нужно. А это что такое? Резак. Энергетический клинок. 8 урона наносит, дает возможность сыграть еще одну карту ближнего боя. 543 кроны стоит. Так, это у нас урон увеличен на значение инициативы, да? Так, наносит 90% урона оружия на себя, плюс 78% к уклонению до следующего хода. Хо-хоу, неплохо, ребята, очень неплохо. Оружейный инструмент. Модификация. Это осколочная граната. Наносит 5 единиц базового урона трем соседним целям. Ой-ой-ой-ой-ой. Давайте, наверное, мы с вами купим на всякий случай 300 единиц энергии. Также возьмем с вами вот эту вот штуку, обезвреживать ловушки. И вот это вот, сканер. Так, потом у нас, блин, уже не хватает, ребята. Уже не хватает. Ладно, все, возвращаемся. У нас с вами взято 2 контракта. Наши специалисты залечат любые ваши телесные раны и даже оживят павших ваших товарищей. Однако лечение стоит дорого, так что не разбрасывайтесь органами и конечностями. Понятно. У меня пока все целенькие, все здоровенькие. Так, ну, как видим, у громилы самое большое показание ХП 40. У санитара самое маленькое 28. И у собирателя 32. Все, я понял, лечить меня никто не будет, да меня и не нужно лечить, в принципе-то. Все, ребята, по-моему, нам пора лететь. Сегодня я буду вашим пилотом, покажите мне свой билет, наберите на звездной карте пункт назначения и вперед. И вперед. Хорошо, как скажешь. Если умрете, вернем деньги. Deep Sky Express. Бесплатно по приказу губернатора 2 ранга. Ага, я пока лечу бесплатно. Услуги. Вода и печеньки бесплатно. Подзарядка 0 крон. До 2 печенек на пассажира. Так, и куда же нам нужно? Ракнас или нимфа? Что такое нимфа? Так, нимфа. Сведения о рейсе. Хорошо, также у нас есть... Ракнас. Черт подери, куда лететь? Ну, давайте. Тут знак. Как видите, восклицательный, значит, видимо, какое-то важное задание. Полетели, наверное, на Ракнас. Но это я типа сейчас лечу, да? А почему так долго? Так. Все прибыли. Как будете готовы вернуться на базу, дайте мне знать. Берегите себя, ребята. Все, я тебя понял, роднуля, пилот. Все, ты свободна. Так, вернуться на станцию. Вот мои ребята. Ха-ха, прикольно смотрится. Так, открыть КПК. Просканируйте окрестности, чтобы выяснить, какие неприятности нас поджидают. Нам нужно осмотреть все необычные секторы. Вот здесь вот, я так понимаю, мы находимся. За все тратится энергия, да? Так, сканировать. Сканирование окружающего района. Радиус 2, цена 50. Действие. Так, ждать 5 энергии. Черт подери, а что надо сделать-то мне сейчас, а, ребята? Я немножко не понял. Хорошо, давайте попробуем вот сюда ломануться. Но. Действие.
снабжает энергией соседние клетки и сканирует их. Действие в снабжаемых клетках не расходует энергию. Дальность 3, доступен один генератор. Ёкаламане. Так, и что это нам дало? Ноль энергии везде. Хорошо, значит, нам нужно куда-то идти. Давай сюда ломанемся. Сканировать. Ничего не происходит. Давай сюда сходим. Я хоть правильно вообще делаю-то? Ждать, 5 энергии. Ничего нету. Так, ребята, я не знаю. Давай сюда. Сюда. Оу, тихо, что такое? Ничего. Давай вот сюда тогда зайдем. Обыскать. Ух ты, смотрите, ребята, окаменевшая голова инопланетянина. Добыча, отлично. Ищите модификации для снаряжения. Улучшения никогда не повредят. На вкладке предметы. Блин, да что ж ты так быстро закрываешь-то? Я даже не успеваю прочитать. Так, в общем, окаменевшая голова инопланетянина. Ценный артефакт, а еще им можно подпирать дверь. Также мы нашли иридиевый композит. Устойчивый к коррозии материал, используемый преимущественно в электронике. И ценный металлолом. Куча ценных, ценных материалов. Забираем все, конечно же, ребята. Прикольно. Мне нравится, как они выглядят. Так, ну что, давайте мы дальше с вами пойдем. Здесь ничего. А сюда я могу зайти? Ой, ё-моё, тут еще и... Так, понятно. Что у нас тут? Обыскать. Давай обыщем. Дает 100 единиц энергии. Это хорошо. И уничтоженное ядро... инструментария. Это ядро инструментария изуродовано до полной неузнаваемости. Взять все. Так, ну что ж, давайте двигаться дальше, наверное. Здесь ничего нету. Сканировать. Опачки. Сигнал. Ребят, мы с вами добрались. Что это такое? Грязь, грязь, грязь. Кругом одна грязь. Нельзя падать духом, надо ее убрать. Вы друзья или враги? Вы пришли плевать или мусорить? Арбори какой-то говорит. Мы не мусорим. Разве уборкой занимаются не дроиды? Так, нет, вот давайте возьмем вот это. Мы не мусорим. Именно. Грязно значит опасно. А чистота залог здоровья. Этот реликт слишком велик, чтобы убирать его в одиночку. А мои товарищи сошли с ума много веков назад. Они бросили работу, не закончив. Как профессионально. Непрофессионально, да? Не хотите стать моими новыми героями-уборщиками? Приносите мне весь мусор, который найдете, и я присвою вам титул почетных психосоциальных уборщиков-реликтов. Со всеми положительными привилегиями. В общем, клянусь приносить вам весь мусор, который найду. Ну, что ты мне скажешь? Верной дорогой идете, товарищи. Фига, он как Ленин прям заговорил. Уйти. Товарищи, вы принесли мне мусор? Пока нет, будем искать дальше. Хорошо, мы будем знать, что здесь у нас находится мусорщик. Давай вот сюда сходим. Здесь, по-моему, у нас... Оу, кобра. Хс. Приготовиться к бою. Так, это враг, что ли, получается у нас? Опа, 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 опачки. Если у нас много энергии, проблем в бою не будет. Но когда энергия на исходе, стоит задуматься об отступлении. Так, я вот не понял. Вот это у нас... А где у нас здоровье, а где чего? Синим, я так понимаю, это щиты. Да, это щит. Так, кобра. Ну что ж, давайте как-то мы с вами пробовать играть. Очередь. Дает очередь из 3 выстрелов. Ну давай попробуем. Вон на того чудика. Посмотрим. И... И... Все, получил.
Нифига он тут, слабый удар. А что так, и должно так притормаживать? Так, поспешный выстрел. Ого. Так, биологические цели не могут использовать карты. Это нам не нужно пока. Так, боксер, а ты что-нибудь можешь нормальное? Ну, давай вот это вот попробуем. Умиротворение. Вот. Поиск уязвимостей нам пока не нужно. Взбучка. Вот взбучка нам нужна. На нафиг, кританули, неплохо, да? Что он там, кислотный коготь применяет? Мы пока с вами стоим, держимся. Наносит 100% урона оружие. Давай-ка мы вот это вот сделаем. Вау. Нечестный прием. Слушайте, но по крайней мере броню я снял этой кобре. Теперь нам нужно... Очищает цель от ослабления. У нас пока такого нету. Наносит 125% оружия. Так, 2 урона и 4 урона. Ну давай. Неплохо. Так, этот жучара сейчас допрыгается у нас, ребят. Я вам говорю точно. Сейчас мы его попробуем наказать. Наносит 100% урона. Давай, 7. На, гад. Все, готов, хламон. Осталась лишь только кобра у нас здесь. Возможность взять две карты и восстановить 20% максимум щитов. Можно использовать один раз за бой. 100 энергии мы тратим. Нет, пока мы вроде бы справляемся. Ничего я этого делать не буду. А вот мощный удар я, пожалуй, применю. На, блин, мощный удар. Так, что у нас здесь такое? Не могут использовать карты? Пускай помолчит там, постоит. Так, наносит 100% урона. Еще на 7. Ба-бам! Все, ребята, сейчас будем уже добивать. Что, не можешь ничего сделать? А нет, смотрите-ка, бросок кобры. Елки-палки, щит сняла, ты представляешь? Восстанавливает максимум щитов. Хе-хей, мы подзарядились. Я же сказал, подзарядились. Почему-то щиты не восстановились, странно. Хорошо. Прилив сил. Ну давай сделаем, что это делает. Адреналиновая инъекция. Так, пора. Так, восстанавливает 50% щита. Ну, вот, вот, вот теперь он восстановил. Теперь я это вижу. Цель получает 33 к урону сопротивляемости. Ну давай повесим уязвимость. Просканировали. И пора уже, наверное, ее добивать. Эту кобру. 8 урона. Нет, еще будет жить, гадюка. Хотя, хлесткий удар. И все, ребята, будем завязывать уже с ней. 5 урона. У нее всего 2 хп. Мы ее, короче, убили. А результаты боя. Что мы тут нашли с вами? Так, окаменевшая конечность инопланетянина, амулет или образец для исследований. Ну и также маленький аккумулятор. Блин, а какая тут... Ага, тут понятно, ребята. Вот она сама карта здесь, офигеть какая будет, здоровая. Что такое? Нет, ничего, показалось. Так, ну что, надо нам, ну, видимо, просканировать. Оп-оп-оп, что здесь? Давайте глянем, обыщем. Так, уровень 2, интеллектуальный инструмент, 11 интеллекта. Привлечение огня, провокация плюс 10% к сопротивляемости урону на 2 хода. Так, а это... Ай, не прочитал, не успел. Так, поиск ресурсов. Вводит в бой, что там, укрытие с 20 единицами здоровья. Короче, берем, потом все это прочитаем. Избыток энергии, ага, даже так. Ё-моё, страж смерти. Изложите цели своего пребывания здесь. Есть что на продажу? Это агрессия, мэм. Постараюсь держаться от вас подальше. Изложить, что ж, блин. Есть что на продажу? Давай так вот спросим.
У нас есть излишки, от которых мы могли бы избавиться за соответствующую сумму. Вас интересуют аккумуляторы, оружие или модификации? Так, а у меня средний аккумулятор. Ладно, обойдусь, я пойду. Да, потому что, ребят, не хватает у нас денег. У меня всего 260 крон. Действительно, мы, наверное, обойдемся. Все, уходим, покидаем этих ребятушек. Куда там можно еще-то сходить? Вот здесь вот мы. Подожди, опять же к ним, что ли, попали? Давай вот сюда сходим. Обыскиваем и находим обуглившийся комплекс суперпроводников. Жертва ожесточенной перестрелки системного сбоя или перегрева. Все, я забрал. Так, вот здесь у нас же вроде бы торгаш, да, если я не ошибаюсь. Или я... Да, здесь. Ну, будет он торговать с нами? Пока нет, я же вроде бы столько мусора набрал. Слушайте, а как можно мне пополнить энергию? Она же кончается. Так, 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 надо посмотреть. Вот, генератор энергии. Нет, размещать мы пока не будем. Что-то как-то непонятно мне маленько, как мы должны с вами восстанавливать энергию. Я же вроде бы как ячейки купил, да, вот эти энергетические. Ладно, побежали сюда. Так, оу. Роясь среди обломков, вы находите датапад с наклейками исследовательского института. Из любопытства вы открываете его и обнаруживаете послание. Спасите, я в плену у пиратов. Помещение заполняется пугающимся чириканьем. Приготовились к бою. Черт, это... Это что за эти? Ох ты, нихера он жарит. Так, ребята, дает очередь из трех выстрелов. Погнали. Блин, какой-то ничтожный дамаг. А они-то жарят нехило. Блин. Да достали вы уже. Щиты, ребята, падают щиты. Надо восстанавливать щиты. Так. Это у меня боксер. У боксера пока все нормально. Давай вот так попробуем. Черт подери. Фу-бум. Прям в боксера, а. Что у нас тут есть? Наносит 100%, да, урон. Ну давай, вот этого вот гада нам надо пришить. Расщепление атома. Так, это у нас кто? Вирус. Вирус, это вон тот, дальний. Наносит... давай вот это попробуем. Может получится оглушить. Мощный удар. Не шиша, блин. Эх, танкуля, держись. Теперь вирус атакует. По идее нужно... Блин, почему боксер только может себе восстанавливать щиты, а? Ничего личного. Вы просто нам мешаете. Так, этого я добью все-таки, гада. Оу, прям по всем. Хорошо, когда разброс. Кто у нас тут? Хан. Хан — это мой танк. Танк, танк. У него нету абсолютно ничего, но наносит... Давай так попробуем. 7 урона. Вот сюда вот. Сбучку сделали, блин. Так, червяк атакует кого? Угу. Боксера, ладно. Наносит 100 урона. Готов, блин. Ну что же, последний червяк остался. И мы сейчас... На себя или союзника? На себя или союзника? Давай, вот. Отлично, щиты восстанавливаем. Хоть немножечко. И бомбим. На, гад, одиночный удар. Так, тихо. Давай попробуем, сколько? Отлично, как раз добьем. Все, разорвали нафиг. В хлам. Им даже врезать никому не выйдет, понятно? Материалы для переработки и ядовитые едкие останки червяка. Нам нужно 6, по-моему, да, если не ошибаюсь.
чтобы мы получили с вами награду. Так, здесь же можно посмотреть, как у нас проходят задания. Так, изучение червяков. Сколько нужно? 5 кишечников. 5 кишечников. А мы с вами, по-моему, всего лишь один нашли. Так, где у нас здесь инвентарь, в котором мы могли бы с вами все посмотреть? Слушайте, я не могу вне боя, что ли, здоровье пополнить, да? Получается так. Команда. Ну вот, предположим, здоровье. Нифигашечки не могу, да? Печалька. Как же это так? Обычно во всех играх это можно делать, а тут почему-то нельзя. Хорошо, давайте двигаться с вами далее. Куда побежал-то? Избыток энергии, понятно. Доступна новая посадочная зона. Здесь, что ли? Ха, точно, ребята. Мы нашли новый кораблик-то нехилый, да? Смотрите. Или это планета, блин? Что такое здесь? Так, нет, с вами мы разговаривать не хотим. Чего, враждебный уборщик? Нахальные человечишки нарушают чистоту на корабле? Приготовиться к бою. Так, я не понял, блин. Вы что, ребята, не припухли ли? Сколько мы тут получим? Блин, 1-2 урона плюс-минус броню будем сносить. Хорошо. Давай сделаем так. Критический эффект. Что там? Одиночный выстрел. Да пошел ты, знаешь куда. Так, теперь второй. Все, они меня разозлили. Блин, энергия-то у нас кончается потихоньку. Так, щиты нам пока не нужны. Это у нас не биологические цели. Так, ладно, здесь мы ничего с вами не сможем сделать, ребята, абсолютно. Перезарядку щитов вот сейчас сделаем. Вот так вот. Все. Так, Хан, ты у нас бомбила, да? Давай-ка вот это вот с тобой применим. Отлично. Просто шикарно. Так, вирус, у тебя здесь 5 урона и 1 броня. Четко. Так, ну все, брони у этого нету, олуха. Восстанавливаем щиты, ребята. Давай-ка на боксера. Все, отлично. Так, уборщик атакует. Ага, хрен, не пробил. Дудки тебе. А теперь давайте, ребята, будем наказывать его. Он достал уже. На, получил булавой по хребту. Ха-ха. Так, теперь еще добивочный. Минус один, ребята. Так, этот уборщик, смотрите, что он тут. Оу, психует, да, смотрите, психует. Ну ладно, хорошо. Мы с вами делаем, наверное, прилив сил на союзника. Давай сюда. Адреналиновая инъекция. И будем уже атаковать. На, получи, гад. Расщепление атома. Цель получает 30%. Ну-ка, поиск уязвимостей. 66 в минусе к сопротивляемости. Эй, самое то, чтобы, ребята, разбирать его. Так, отлично. И еще удар. Ох, и не завидую я ему. Так, 10 хп у него осталось. Блин, энергия, ребята, кончается. Давай добивать его нафиг. Достал он уже здесь выеживаться. Результат боя, ребята, у нас получается силовой кулак. 9% к уклонению. И плюс 4% к сопротивляемости урону. Взбучка, взбучка. Взять все. Как же мне накопить энергию? Вот что меня сейчас в данный момент интересует. Так, набор для поиска ресурсов, это все понятно. Вот, маленький аккумулятор, дает 100 единиц энергии. И куда я его должен воткнуть, чтобы
использовать 300 единиц энергии. Ах, вот оно как. Так, да, давай, преобразовывай. То же самое. Ну-ка и посмотрим, сколько у меня сейчас энергии вообще стало. 140. А ну-ка еще разок. Сейчас должно быть 160, по идее, да? Если по логике. 160. Ухо-хо-хо-хо. А вот это вот интересно, куда я могу с вами. Так, что такое наносит 66%? А здесь... Хм. Куда это можно воткнуть? А, это я все в энергию буду преобразовывать. Нет уж, не надо мне. Привлечение огня. Подожди, а как мне интересно вот это вот все? А, уровень 2 нужен здесь, понятно. Тут уровень 2, не меньше. Поэтому я пока и не могу этим, ребята, пользоваться. Хорошо. Ну, энергии-то в любом случае маловато. Я не знаю, как мы дальше-то будем. Она закончится и все, тю-тю. Приплыли. Давай, 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 дальше. Дальше будем продвигаться. Сейчас чувствую, добегаюсь. У нас кончается энергия. Если у нас остались аккумуляторы, пора их использовать. Если нет, надо возвращаться на базу, пока не поздно. Аккумуляторы. Вот о чем я вам и говорил. А где эти аккумуляторы? Вот предметы. По-моему, у меня их нет. Если я не ошибаюсь, ребят. Так, где мне открыть? Модификация, сортировка, трофеи, инструменты, оружие. А вообще все можно мне показать? Так, это набор поиска ресурсов. Слушайте, по-моему, у меня нету никаких аккумуляторов. И я чувствую, что лучше нам, ребята, вернуться на корабль. Вернуться вообще на станцию. Так, мы можем пополнить запас энергии в ломбарде за вполне разумную цену. Ломбард это где? Здесь? Хорошо, так. Дает 100 единиц энергии. А вот, ребят, ну вот же аккумулятор маленький. Ну, купить 105 крон. Так, давайте-ка вот это мы пополним. Резервы. Отлично. Так, а что мы можем продать, кстати? Продать дофига чего. 16 крон. 100, неплохо, это 56. Так, кишки эти пригодятся. Куча ценных материалов. Продаем нафиг все это. За копейки, но тем не менее он берет. Так, материал для переработки. Так, это все нам пригодится уже в дальнейшем. Нам нужно поднять как-то себе, ребята, уровень. 410 крон уже у меня. Ну что ж, давайте, наверное, мы с вами вот на этой, именно на этой ноте закончим этот видосик. Вроде бы игра неплохая. Если вам понравилось, то ставим лайк, пишем в комментариях и будем дальше в ней разбираться. А я думаю, что дальше будет все намного сложнее и в то же время интереснее. Так что, ребятушки, есть тут сохранение? Да, есть сохранение прямо в любом месте. И это большой плюсик для нас. Так что, ребятушки, всем пока, всем удачи и до новых скорых встреч. Пока.